Здравствуйте. Я заказала вторую посылку из магазина Мелаот. В этот раз она немного побольше. Сейчас мы ее откроем, посмотрим. В эту посылку также должны были довложить 20 мл одушки кокоса, так как в предыдущем заказе мне ошибочно положили 10 мл вместо 30. Сейчас мы откроем. Посылка большая, тяжелая, поэтому я ее на стол не ложу. Она хорошо запакована. И сейчас будем открывать. Сейчас ее разверну. Вот это весы я заказывала. Положили батарейки новые. Проверим. Можно взвесить, кстати, масло 900 грамм пальмоядровое. Здесь у нас. И проверить заодно. Скорее всего, 937. Это с ведерком. 936,7. Ну, весы рабочие. Тут еще можно разобраться поточнее. Точность весов должна быть от 0,1 и на 5 кг. Мы ложим сюда. Как я уже показала, я заказала пальмоядровое масло. Килограмм. Масло шир рафинированное. Тоже килограмм. Но они идут по 900 грамм все. Кокосовое твердое. 900 грамм, и я заказала 2 кокосовых. Также я заказала пальмовое и еще одно пальмовое масло. Ленточку заказывала, это я взяла для упаковки мыла. Здесь должно быть 100 метров. Ну, ничего не написано, какой тут метраж. Ну, такой красивый яркий цвет. Красный. Также я заказывала касторовое масло. Вот в такой бутылке ничего не разлилось. Запаковано 1 литр. Заказывала абрикосовые косточки масла 1 литр. Ну, здесь нам не запечатали, но оно также не разлилось. Дальше смотрим. Заказала вот такой резак для мыла. Так, дальше смотрим. Очки заказала, потому что при работе с щелочью нужна защита.
потом все упакуем. Завяжем. Дальше. Это диоксид титана. Я заказывала 1 килограмм. Пришел он в пакетике. Вот со стежечкой такой. Ничего так не рассыпалось. Дальше идем. Вот еще молочная кислота я заказывала. 1 литр. Пакеты здесь вот пустые. Так. Картон повлаживали, скорее всего, чтобы прочность коробки была получше. Так, дальше я заказывала каустическую соду 1 килограмм. Но запаковали ее, в коробке ничего не рассыпалось. Также запечатано, как диоксид титана, застежкой. Ну, будем, если что, пересыпать в коробочке. Так, это я заказала вазелин белый 1 килограмм. Упаковали вот такой вот ведерко. Также я заказала гелевые красители по 10 миллилитров. Гелевый краситель 100 миллилитров я заказывала. Жасмин отдушку я заказывала 30 миллилитров. Гранат гелевый краситель, ананасовая отдушка 30 миллилитров, кокосовую отдушку мне доложили 20 миллилитров. Я довольна сервисом, ценами, услугами магазина, доставкой. Я всем рекомендую этот магазин. Ну вот мой заказ. Всем до свидания, спасибо, что смотрели.